I've been playing for more nigga. I'm just trying to get up, nigga. Tell me why you wanna talk, nigga. Are you trying to make me more nigga? I've been plotting for more nigga. I'm just trying to get up. This is the last video I'm finna react to today. It's a Russian rap battle. PM versus El Loco. PM versus El Loco. Let's see what it's talking about. This is 1 of 4 and it's 37 minutes. God damn. Well, it's a good video for the last video. For real niggas, who what? We ain't got no feeling. Добрый вечер. Представься. Эль Локо. Локо. Такой, знаешь, как из 2005-го просто приехал. Локо, из Ставрополя приехал, там третий год до сих пор. Локо, кто твой оппонент? Владька. Владька? Что будет сегодня с Владькой? С Владькой, ну не знаю, надеюсь, он переживет все это. Переживет? Ну ты как расценишь вообще оппонента? Серьезно твой соперник? Конечно, да. Конечно. Ты серьезно? Очень хороший МС, да. Как оценишь свои такие шансы? 50-50, как попрет. Как попрет. Текст не будешь забывать? Я постараюсь. Но обещать не буду. Как вы предъявишь тебе оппонент? Мразота или нормальный человек? Блин, ну с одной стороны мразота, а с другой стороны смешно же было. Смешная мразота. Блин, ну с одной стороны мразота, а с другой стороны смешно же было. Смешная мразота. Ну такой, да. Хорошо. Как оценишь шансы на сезон? Ты серьезно настроен? Потому что будет цепь серебряная, ее можно сдать. А, тогда я поборюсь. Спасибо. Саламуля! Привет. Чего у тебя на губе? Поранился. Бабши тоже. Группа стая тебя. Представься. Я рэп. Надо сказать, I'm rap. Стим, ты? Так, папа парадокс сказал. Я не могу как бы перечить. Ты не можешь перечить, а зачем ты тогда приехал? Перечить другому человеку. Тоже to talk back to another person. Нет. С бородой. Я про комедианта трошки. Кто твой оппонент? Лоука. Я это, короче, месяц придумал, понял? Лоука, типа. А, просто Лоука? Лоука. А, Лоука, ты сказал? Я думал, Лоука, локомотивка паровоза. Ну ладно. Как оценишь свои шансы против старика? Нормально. Ты сезон брать намерен? Бля, ну хер знает, говорят, комедиант возьмет. Спасибо, пока. Бам. Ну ты вроде... That nigga is... He just cocky. Ае, саламуля, пацанва, с вами РБЛ Баттл, дадим шуму! У нас 1/4 финала, серьезнейший баттл, представительный крупный мужчина, ПИЕЛ! Против него старик почему-то в розовой майке, но с бородой, Эль Локо, дадим шум ему! Не знаю, что сейчас будет по итогам жеребьевки. Первым начинает Локо, шум! Первый раунд! Многие в курсе моей ситуации с одним битмейкером, поэтому без долгих предисловий. То есть серьезно, блять. То есть ты думал, что можно прокатить пацанов с Балкан. Ты покури пока. Пацанов с Балкан, пацанов с Кавказа, и все, блять, нихуя не будет. Чувствовал себя охуенно крутым, но я потратил всего 5 минут, и нашлись люди, скинувшие адрес и телефон одной малолетней пизды. Я хотел притащить ее сюда за волосы, бросить на пол эту шмару и пиздить ногами по ебалу после каждого зашедшего панча, пиздить ногой по ебалу. Блять, чтобы ты меня нашел сам и поговорил как мужчина, но не стал этого делать. Нашлась более веская причина. Я просто решил не портить этот баттл криками этой ебаной бляди. Ну а теперь ты, Владик. Случилась старая пластинка, Владик. Что мне проще бы съездить в Освенцим. Что ты каннибал-свингер, Владик. Всех ебешь и сожрешь мое сердце. Все котировки в пользу свинки, можете ими подтереться. Ведь лучше умереть на ринге, чем выбросить полотенце. И я отбросил мандраж где-то там задолго до старта. Теперь, как сказал Карандаш, хватило бы дыхания, а большего не надо. В связи с этим раскладом присутствие Влада только еще один повод показать свой лучший баттл.
Да сейчас все лезут в батлы. Good morning тем, кто еще не лез. В мечтах про good life среди горячих телок. А кто-то в этом весь. Чтобы оставить здесь всего себя, но стать чемпионом. Но даже всевидящий большой брат в свете мерцающих огней не знает того, что я слышал от всех псевдо-друзей. Удивляясь, как их неверие продолжает, позволяет становиться сильнее. Я возвращаю 2007. Питер, I'm coming home again. Короче, здесь подводку не придумал, но, блядь, ты пиздец, как любишь раздуть из мухи слона. Есть несколько причин, почему так. Возможно, ты просто охуенно злой. Но мы-то с вами знаем, что Владик добряк, поэтому отметем этот вариант. Может быть, у тебя просто охеренно богатая фантазия. И вроде бы как действительно. Все строчки, что тобой сказаны, звучали крайне убедительно. Панчи отточены, схемы сияют, будто на глянце, да вот только я заметил, что ты стал повторяться. Уже что-то с ним не то, нет? То ли схуднул пацан, то ли хер его знает. Просто, как бы, нет, я предупреждал, что как бы, когда человек батлит и с майком, и с паровозом. Это как играть в бутылочку, знаешь, среди хуесосок. Вот, то есть... То есть, как бы, можно победить, но хуй знает, что это тебе даст. Вот. Стало быть, я с тобой разделаюсь, как на зоне с Соней. Видел, как выиграл бой, брось на столик сонник. Ты как наркоманы, что пытаются впарить застольник стоник. Мол, блять, затянулись раны, но мы от соли стонем. Кто в текстах мерил корону, косит при встрече под дурочек. С какого я района? Я из района полуночи. Выбрось юг из головы. Там все не так, и ни черта не изменится. Война давно закончилась, солдаты победили ветряные мельницы. Вот, к чему я? Это схема в лучших традициях Влада. Да-да-да, схема в стиле американского суда присяжных. Смотрите, длинный сетап, без рифмы, апелляция к зрителям, где ты будто прокурор, что выступает перед присяжными в суде, типа, мол, вы не юристы, но я вам все объясню на понятном вам языке. А после заговорческим шепотом. Как будто нет вокруг зрителей. Пуляешь в лицо самую угрожающую часть своей речи обвинителя, где тезисно рассуждаешь на тему того, кто насколько уедет и как далеко. Замечай вскользь, что высосавший последние бабки адвокат подчеркнут нужное, Владик, акул, сват или брат. Что было с тем, кто стоял здесь до тебя, и то, что ты либо даешь показания, либо не ждешь УДО. А после то ли отдышка, то ли пауза мхатовская, с которой твоя речь становится еще более пафосная. Ты заставляешь всех напрячь слух, и что-то пропустить можно запросто. Ты тянешь паузу так долго, хоть считай до 100. У тебя остается одна строчка. Зачастую слабее, чем весь предыдущий текст. Но зал уже знает, реагировать надо здесь. И на этом моменте они взрываются пиздец. И на этом моменте в фильмах фраза «У меня все, ваша честь». Слышь, че, блять, прокурор? Давай-ка не лечи ко мне тут прокурор, куда отправишь меня? Да ебать тебя в рот, думал, знаешь меня, только я уж не тот. Ты здесь коня привяжешь, санный рыцарь. Твои замашки людей в форме говорят о том, что ты можешь запросто замусориться. А после, как ни в чем не бывало, смотреть корешам в лица. Хэштег свободу Осту, хэштег свободу бразильцу, блядь. Так о чем это я? Ах да, про твою фантазию. И про то, что если вырезать все выступления прокурора, ты останешься среднестатистической батловой мразью. Кажется, нами переоценен этот Боров. Ты прямолинейнее и топорнее, чем сам привык думать и чесать языком. Так запомни, я вскрою твою душу, как будто мозоль, чтобы вытянуть гной из твоих косяков. Ты хочешь драки? Нет, ты не хочешь драки, и все твое поведение говорит о том, что ты в глухой обороне, но лучшая защита — это нападение. И ты играешь не в масть, но рвется там, где тонко. Ты разеваешь пасть, да только хуля толку, ты как советская власть. Ведь фантазии хватает только на оборонку, чтобы никто не сумел попасть к твоему внутреннему ребенку. А вот он злой. На весь этот мир ебаный. Он сжимает кулачки и ножкой топает. Он хранит в себе все комплексы, про которые ты сам упоминал. В нем все слезы, все обиды на пап и мам. Он помнит все то, от чего ты бежал и что тебе так не нравится. Как очковал зайти в спортзал, стремался заговорить с одноклассницей. И ты спрятал его, дабы не случилось какого фейла. Но он истекает кровью внутри и ждет своего шанса, сидя в этой, блядь, раковине, как Кори Тейлор. И ты его, короче, ты его спрятал. Но иногда он вырывается, прорывает блокаду. Fucking washer. Тейлор, ты его спрятал. Но иногда он вырывается, прорывает блокаду, пугает хищный оскал Влада, да твою-то мать. Просто изгой внутри, счастлив, что хоть кто-то позвал его поиграть. И то, что ты строишь из себя, муляж, с реальностью не вяжется вообще никак. Ты все тот же маленький, кучерявый, разовощекий пухляш, такие, как ты, теряют девственность на коленях у священников. Ты как будто в лабиринте из кривых зеркал.
How long have you been spinning for? Из кривых зеркал, которые открывают все то, что у тебя внутри. Они жаждут твоего внимания. Приглядись, посмотри, это сборник всех твоих косяков и левых движений. А я просто стою за спиной у каждого из твоих отражений. Ведь знаю, ты будешь меня разбирать, чтобы я выглядел нелепо. Будешь меня разбирать, ведь ребенок внутри просит лего. И уверенный в непогрешимости своих точечных панчей, ты черта с два разберешься, где я настоящий. Пока все не упустили суть, разложу все по полкам. Ты кружишь отражение, тяжело дыша, да только хуля толку. Мне плевать на твои заслуги, мне плевать побед сколько. Я в тебе вижу лишь малыша, идущего босиком по осколкам. Раунд! Был первый раунд, Эль Локо, как вам? Первый раунд, пьем, шум ему! Пьем! Первый раунд! Я уважаю тебя. Да. Именно такое начало выбрал я на бой с тобой. Я искренний и милый, как улыбка Коломойского. Я уважаю тебя. И это битва, а мое отношение к тебе вряд ли изменит. Это Никита, один из самых приятнейших людей в батлсфере. И я помню тот финал. Все, что мог, ты все сделал. Мо белый. И кто сейчас думает, что таким речам на батле просто не место, ведь МЦ пристало быть заскорузлым. Я могу так говорить. Раз уж так повелось, что я крестный отец всего комплиментарного батл-рэпа на русском. Это была небольшая ответочка тем, кто говорит. Oxymoron. I've racked up to some Oxymoron battle raps. Like, he's tight. Oxymoron is super dope. Это была небольшая ответочка тем, кто говорит: вот ты отзывался обо мне уважительно, а теперь что, ждать порицания на батле мне? Ну, да. Если я, в общем, вижу тебя положительным, это не исключает наличие в тебе отрицательных факторов. А ведь это соревнование типа спорта, так что, Никита, давай сделаем красиво, без саленьких бифов, внутри коллектива, ради пиара и просмотров. А теперь я тебя нахуй закопаю. Ведь своя рубашка ближе к телу, даже если ты рубаха-парень, а я рубаха-парень, так что предупреждаю, жди как беды. Мне жаль, что кто-то из нас сегодня вылетит. Но лучше, чтоб вылетел ты. Нет! Это мой 20-й батл. И твой 18-й батл. Так что я уберу тебя чисто на опыте. Я уберу тебя чисто на опыте. He's getting on his skin. На баталиях ветераны, немало на них питал мужчинами копоть. И помню, на прошлом батле, как Ваня и нам втирал тучиное горло, что раньше рэп был искусством, теперь все блекло и тускло, и мы должны ему верить так. Ведь он олдовый трушный чувак, с названием альбома Кендрика набил на руку Партак. Да что там, он даже почти что знает, когда умер Тупак. Вот только... Вот только весь твой хип-хап — это кидание легендарными именами, плюс ода алкашки на ше. Упоминаешь Ламара Тупака, но разница между вами-то в том, что они ебашили, дай боже. А ты — нет. Весь твой хип-хоп — это видимость. Тебе ни флоу, ни ритмики, а эти локи привыкли нечто плохо отныне. Но как насчет тут все расставить по местам своими же альбомами, клипами? Но спорить, кто убил культуру, вы готовы лишь в Твиттере. Так что молчи и стой. Yeah. Слушай, таких учителей, прости, не вижу я, понта. Чему ты тут собрался учить? Дроздов, если с твоим флоу вести программу в мире животных. When your flow works best for hosting Animal Planet. God damn. That nigga got flows. Мы дома. Да, да. Именно так соперник видит тебя напротив, когда ты читаешь. Ты выглядишь так, как будто стреляешь милочка в девятой руде. И ты нервничаешь и сбиваешься. Практически биться начинаешь ты в конвульсиях. Все твои батлы похожи на видео реакция папы на контузию. Это не хуйня. Эй, Локо, нет флоу. Но по поводу барс, твой парень, в этом признаться мне не влом, но все твои полуумные текста — это ебаное дерьмо. Например, как те истории, где ты типа врываешься в хату, начинаешь доставать автомат, ра-та-та-та-та-та, потом меня ты хватаешь за ты, отправляешь прям в ад, там сатана разрывается, да нахуй мне это надо, Никита, ты чё, ебанат, у меня дырка в потолке, теперь я тебе уже 30 лет, блядь! God damn! This nigga roasting his ass! И тащит в лифт. Чё ты ржёшь, да, в аду есть лифт. Еще. И мы с ним на Олимп влимп, он говорит, ты влип, я говорю, блин. Он рассказывает, как по моей сучке он прошелся бы нехило. Мы бежим так друг за другом, будто в шоу бы нехило. Я говорю ему, а у меня нет сучки. А он уже, дабы доказать, что всего МС превратился в Годзиллу и цитирую апокалипсис, сегодня топчет вьетнамцев. Я смотрю на это все и думаю, и это все ради того, чтобы рэпер Никита прошел в топ-16. Ладно, если верить тебе. Мы начинали у меня дома. Скажи мне, где я теперь? И как дойти до метро?
бро. Надо говорить, цай. Да, твоя фишка на батлах — цитаты с книг и кино. Ну, умеешь — пользуйся. Но ты в этом так нарочит, как будто навязывание образа тупого рэперка в тебе засело комплексом, Damn. Чтобы понял текст твой полностью. Я пересмотрел все фильмы у Бибола. Жесткая хуйня, конечно. Some tough shit right there. Перечитал мемуары Бузовой скалы. У меня есть мемуары. Я про скалу. Перечитал мемуары Бузовой скалы. Картинка начинает складываться. На фоне играет музыка из Кирилла. И я включаю твой батл. Какой же я собранный. В другом окне открыт твой текст на рэп-джене, с тобой же разобран. Я выкупаю все отсылки, какую во все это вставил Никита логику, но тут натыкаюсь на никому нахуй не нужное переделанное стихотворение скандинавской мифологии. Ёбаный твой нахуй, блядь. И у меня отпадает желание слушать этот трёп далее. Ты чё думал, твои батлы смотрят Тор, Брейвик и Бьёрн далее? Ты не даёшь картины, мазня лишь, и расчёты за полями. Это не я медленно слушаю, это ты чё-то загоняешь. Чтобы у такого же закомплексованного школьника отвисла губа. Сейчас, короче, будет цитата Олега Янковского. Никита, умное лицо ещё не признак ума. А ведь ты говорил, что ты любитель тонких ходов и нестандартных решений. Ебать, я включаю твой батл, уже начал думать, что мне дважды повезло. Но потом ты полтора раунда читаешь про то, что у сектора страшное ебло. Да, любитель тонких ходов и нестандартных решений. Да расскажи ему то, что он не знает с рождения. God damn. Только я не говори, что ты думал, типа, да вряд ли сектор опасен, я уберу его на опыте, победа на классе, типа, непринципиальный оппонент, я ебу его как дитя. Вот когда у меня непринципиальный оппонент, я ебу его как тебя. Кстати, насчет ебли. Был один случай, для меня это ебать как странно. Короче, он зачитал панч про баскетбол, и никто не выкупил, он сказал: начинайте следить за баскетболом, или я вас трахну. Я не хотел рисковать так сокровенным, но так надо. Антон, как там вчера сыграли Сакраменто и Атланту? I'm dead. Кажется, у кого-то сегодня будет секс. Прости меня, что? То есть ты считаешь, нас тут челюди бесполезны, если мы не разделяем перечень твоих увлечений и интересов? Не, иди-ка ты в пизду, браток, и пускай это будет тебе противно, но ты для многих просто такой прикольный старичок, который не вызывает негатива, да и чё бы мы за это не поаплодировать, а не кивать на отсылки, хотя они не поняты половина, тебя уважают за былые заслуги, которых никто не видел. И я уважаю тебя, но стой напротив, на батле тебе лезть пора бы уже в петлю, я уважаю тебя, и мои два раунда тебе трибьют. Да, тебе и таким же, как Лока учителя, мы с тобой делаем одно дело, но я делаю его намного лучше тебя. Один куплет за столько лет, и кроме слов это сбитая, отметить-то нечего. И не говори, что подвел там тебя каннабис. Просто прежде, чем громко кричать, вырубай нахуй своих мияк и эншпилей. Да ты сам сначала вырубись. В чем тут прикол? Что все твои татухи и кипарь, это все тупо номинал. И пока ты Ламара набивал на руку, я руку набивал. Но твою ностальгию я понимаю. Demolition. Я понимаю. Помнишь, как там мой Ди Мерфи, ты перематывал карандашом кассету? О, это лучший рэп, который я когда-либо имел. Вот только рэп не стоит на месте. Эй, ты вырос на касте, но я вырос вместе с ней. Это везде же так, и слышишь, старичок? Вода не замерзает там, где быстро течет. Ну да, я философ, короче. Раньше рэп был искусством, теперешний ему не чита. Да, раньше рэп был искусством, но ты его тогда не читал. Так что рассказывать мне всем, что раньше рэп был искусством, прошу, Никита, не нужно. Ты ж сам затирал парты старой школы и сам посыпался стружкой. Я уважаю тебя. В любом городе. Везде видя тебя, был рад я. Но если дело касается батла, лучше ебашь домой. Я тот, кто отобьет тебе пятишку за первый раунд, а после отобьет у тебя желание читать второй раунд. Это был первый раунд! Jesus! Морда! Дальлока отвечает, шоб ему максимально! Второй раунд! This is an interesting one. Признаюсь. Не слышать в кои-то веки о себе баянов непривычно немного. Это примерно так, как слушать зиму без бэков Коломы. Так, на юге было скучно. Я это понял еще
прямо во время второго раунда Майка, когда понял, что домыслы и факты проиграли одной песне фанатов West Ham United. Полуфинал. Я ехал получать 5-0 и больше никогда не батлить. А вышло, как будто шел умирать, но толком не выхватил даже въебальник. А самое обидное, что я едва не пролез в финал, в основном с черновиками с отборов на четвертый сезон в Краснодар. После было мое судейство, за которое меня разъебал справедливо Антоха. Но там был принцип выбора в действии. Приходи, голосуй. Все решено и всем похуй. И я нервничал не потому, что в тот вечер должен был делить с тобой лаве, а потому что видел, в какое дерьмище скатился проект. Не услышав половину твоих слов, за шепотом и пиздежом каких-то ебланов. Это все то человеческое, что я хотел донести, оставив остальное за пределами батлов, в ожидании времени, когда не захочется жечь мосты ни с одним из имен. Но этого батла они хотели, так давай же разъебем, блядь. Подходили люди перед батлом. Говорят, мол, короче, у всех непоколебимая вера во Влада. В то, что мне лучше и не пытаться-то, но когда начинать рушить символы веры, если не в 17-м? Но мне говорят, нет. Хоть ебашь, как боженька, рисуй, как Бэнкси, Влад остается одним из самых перспективных эмси. Ну, приехали, блядь. Сука, 17-й год. Ях меняет название. Медведев удивлен количеством кандидатов наук в Таджикистане. Серьезно, Анатолич в ахуе просто, блядь. Бонс, сука, Бонс нашел пробел на клавиатуре, блядь. Баста с фарой на одном бите в замесе. Влад ПМ по-прежнему перспективный эмси. Сука, прошло 3 года и нихуя не изменилось. У тебя у самого не бомбит? Даже, сука, в Лондоне уже не только дожди, а дожди, блядь, и квит. Сука, в Лондоне уже не только дожди, блядь, и квит. Ты как будто застрял где-то на перепутье. Как будто весь мир это Реал, а ты в нем Гути. Ты молод и перспективен. Молод и перспективен. 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 А что дальше? А дальше? Тебе 33, а ты в Бешикташе, блядь. Вчера ты должен был со всей Европы снять скальп. Сегодня крутишь средние пальцы фанатам Динамо Киева. Что заряжают, кто не скачет, тот москаль, забыв, что белые в принципе не умеют прыгать. И в этом твоя главная проблема. Ты можешь показать лучший батл в истории, но его, блядь, никто не посмотрит. Кроме горстки преданных фэнов. И ты начинаешь нудеть, блядь. Как ебучий ботан с домашкой на лето, мол, я принес батл рэп вот то. Я придумал делать вот это, господи, да всем насрать. Было бы не насрать, все только и делали, смотрите, бля. Это же тот парень, давайте возьмем его на руки. Он же придумал батлить зрителя. Но, блядь, это возможно, только если, предположим, условный Оксимирон на батле с условным дизастером вытащит в круг условную рогатую бабу, наебашит в уши Грайма, охуительных историй, пиздатых фактов, а после скажет, знаете, я вот такой вот дядька, но все, что вы только что видели, уже когда-то придумал Владька. Вот его фоточка. Вот его фоточка, на страничку ВК в описании ссыль, и на тебя рухнет твой, блядь, успех. Но ладно, не ссы, ведь я боюсь, что даже этого будет мало. Как с песней You in the Army Now, все просто скажут, что кавер лучше оригинала. И знаешь, вот эти все твои, я придумал то, я придумал это, блядь. Я вижу как тебя, как старого провинциального футбольного тренера. Знаете этих людей? Завсегдатаев букмекера, которые помнят всех своих воспитанников, которые играют хоть где-то. Благо разговор недолгий, как бы их всего, благо их всего 2-3 человека, разговор недолгий. Хуже, когда там есть игрок премьер-лиги. Вообще пиздец, если там игрок сборной. Но зачастую они сидят и ждут звонка от игрока дубля Нижегородской Волги, который сольет им договорняк. Чтобы, блядь, сказать, вот видишь, сынок, меня помнят, и занести, наконец, долг в соседний пивняк. Это происходит каждый день. Это происходит каждый день. Им, блядь, никто не звонит. И они сидят и вздыхают, эх, вот когда звали, надо было переходить в «Зенит», блядь. И потом их пытаются выгнать, типа, давайте, выходим, а? Отъебись, сынок, я вообще-то воспитал Самодина. Кто-нибудь знает Самодина? Да, серьезно? Я теперь тоже знаю, да, я вчера заходил в букмекерку. Встретил там своего старого тренера. Он меня, правда, не узнал, ну, как бы я не Самодин, хуй знает. Вот примерно я так тебя вижу, но есть некоторые нюансы. Итак, давайте представим. Захолустная пивнуха, вечер пятницы.
как бы еще зима, как бы уже еще конец зимы, но еще мороз. На столе посередине пара бокалов, рядом лежит Максимка паровоз. За соседним столом компания мужиков что-то обсуждает, кто-то жалуется на жену, кто-то на начальство. Типичный трёв в пивнаре. И тут один из них говорит: пацаны, моему старшему уже 7. Думаю, отдам его в батл-рэп. И тут из темного угла, а в такой пивнухе всегда есть угол, где не горит лампочка, слышен скрежет, с которым отъезжает от стола лавочка. Поправляя бейсболку на седых волосах, появляется Владичка. Слышь, чё, блядь, крутой папочка. Тут кто-то говорил про батл-рэп. Уж не про ту ли это школу, что на Динамо, где он соберет кучку краевых наград, но так и никем не станет, даже если уедет от вас 14 в хип-хоп-интернат. Да вы бы знали, скольких звезд я воспитал на своих панчах из 8 строчек. Давайте присядем, я расскажу. Ну-ка, сынок, дай-ка глоточек. Что это? Я заслуженный тренер, сука, что это? У тебя здесь ничего нет. Он тебя проебал просто. Да на. Спасибо. Вот, согласен, да, данный пример выглядит немножко нелепым, но ты как Гутенберг, который говорит: я дал вам печатный станок, а вы тут сидите в своих интернетах. Всегда найдется кто-то еще моложе, еще перспективнее, с еще кучей новых ходов. Это не в качестве демотиватора, просто Blizzard никого никогда не заебывал тем, что он типа придумал батлить оператора. И согласен, блядь, согласен, это не нанесет удара по твоей репутации. Ну смотри, я никогда не получал таких щедрых авансов. Я стал вот тем, кого вы видите, только из-за распиздяйства и упрямства. Но ты стоишь со мной здесь. И либо ты нихуя не вырос, либо я охуенно поднялся. Да, ты задираешь планку, раз за разом, не уставая прыгать. Но, блядь, стоит задеть ее один раз, и никто не вспомнит предыдущих попыток. Ты же далеко не тупой. Как ты будешь выкручиваться опять? Ведь для них всех ты остаешься собой, только пока продолжаешь их собой удивлять. И, блядь... His rap style is not entertaining for me. Но это все на поверхности. А если вглядеться пристально, отбросить скабрезность и посмотреть сквозь призму этого диспута, почувствуешь вдумчиво, о чем речь-то. Все прячут компромат неистово, при случае хотят сжечь его. Все прячут о себе истину. Мне давно наскучило. Прятать нечего. Пират нашел клад в пачке Винстона в Купчино вчера вечером. Это не потому, что можно пиздеть что угодно в рамках батла, а к тому, что не буду делать вот так, слыша в лицо правду. Не потому, что я похуист. Это не выход из ситуации, просто мои косяки. Это мои косяки, и я не буду каждый раз переобуваться. Я ночевал по сквотам, кочевал автостопом. Ой, прости, что отбираю твой хлеб, Влад. Я всегда был за тебя, будто мне брат. И сейчас я сильнее их всех, рад, что ты здесь со мной, а не на Fresh Blood, блядь. Закончу тем, с чего начал. Ты любишь доебаться до мелочи. Так сделай мне одолжение. Не важно, что ждет меня сегодня, победа или поражение. Я попрошу, перед тем, как сдохнуть, я попрошу написать этот текст, блядь, на плите вместо эпитафии. И когда я наконец-то отъеду, я тебя прошу, приди и доебись еще и до орфографии. Окей. We've been going for 26 minutes already. Damn. Город, где кресты, чтоб типа скоро мне пизда перед толпой произнести. Твой первый рован был весьма, не зря подчерканы листы. Мы с первоброви чли, ну да, вторым я лок отдам пизды. Мой шепот в уши тебе, как фломастер по пенопласту. Читал, что ты зло и ужас, и гангстер, ебать опасно, серьезно. На батле вещал, что он сущий бес, но я каждого дьявола спущу с небес, как будто мальчика в Басби. Эй, лоха, сумасшедший, такой его позывной. Хочешь казаться ебанутым, скорее ты просто дурной. Твой пик читать про ад на батле и обрить после водой. И знаешь что? Я бы смог тут, бро, поверить в то, что ты зло. Пес, если бы на строках про свое дьявольское нутро не забывал свой чертов текст. Это позерство. И я не вижу в этом, блять, смысла. Твой лучший парень. Your baseline is, I'll tear your part. Я выпотрошу твое тело. А, сбился. И такие...
И таких вот псевдо-МС на бэтлах емах с говном. Не ебанутый, как псих, ты просто нервный, как лох. I'm и я dead. Помню тот финал, когда был против меня весь зал, на моем лице там дрогнувшим хоть один мускул ищи. Когда ты в полуфинале слетал, на тебе не то, чтобы не было лица, оно было отсутствующим. И безобидно, все это так видно. Ты не отбитый, Никита, забитый, заминки, запинки. Список солидный, особенно для любителя типа Запада. Но вот сейчас сам посуди. Ведь были бы мы на Западе, ты бы уже нахуй сходил. МС, ты липовый псих, блять. Мы это видели в фильмах, что псих скрывает себя. Самому лишь бы сдержать его, а раскричит о своих подвигах лишь подражатель. А ты на каждом батле кричал, как ты не прочь сожрать таблосы у колодца и после писать, чтобы стать в своих проебанных мечтах новым Буковским Броузом. Такой типаж людей, типа, я могу тебя так уебать, что ты охуеешь. Это звучит different. Нелепо так. Бухать с тобой — это чисто слушать истории про то, как ты бухал до этого. I'm dead as fuck. Я не из тех, кто типа говорит, что нельзя хвалиться привычками, просто лично ненавижу все, что нарочито и вычурно. Это напоминает мне таких людей, которые заходят вот в спортзал и со входа, стоя в верхней одежде, такие кричат, чтобы все слышали: ну че, сегодня буду качать грудак. Да мне поебать, мудак. Мне пойти тебе, блядь, на штангу магнезию насыпать, чтобы ты пришел и все готово было? В хип-хопе всегда была тяга к запрещенному. Но я лично долбоебом назову того, кто этот запретный плод возводит в абсолют. А я пришел в хип-хоп такой, как есть, и они приняли труды. А ты боишься перед неизвестными людьми не выглядеть крутым. Иначе как объяснить твой полуфинальный, блядь, флип? Флипает, пацан. Ответочка пошла, ебать, горит. Я хочу хапнуть. Прошу, достаньте каннабис. Раньше мы батлили рэперов, теперь пробиваем пятки, как Парис. Ой. И у тебя везде бэт-трипы и пьянки. Ну, Нейки, эй, хватит. А дальше что? Рутрекер? Гей-браки? I'm dead. Я смотрю на все через собственную призму, прости, но самая глупая вещь в мире — это гордиться алкоголизмом в России. У нас полстраны, блядь, выжили на Новый год. I'm dead. Пол страны отважных героев. Это как гордиться в 2017-м тем, что ты читаешь рэп, когда рэп уже читает, сука, каждый второй. Но хуй с ним, казалось бы, да? Я вот, мне понравилось, короче, у тебя в прошлом батле такая строка охуительная была. Я хочу умереть от наркотиков. Почти получилось. Тебе что, денег дать, что ли? I'm dead. Я был прав, более это не дешево. Pin and chip. That's fucking crazy! Yo! Бля, чувак, хочешь умереть — умри! В этом нет ничего сложного. That's fucking wild. Но я не доебался до фразы, ведь в твоих текстах тема про самоубийство мелькала несколько раз. Короче, я оценил твой внутренний дуализм, и сразу все стало на места. Ведь ты брутальный мужик, но ты тупая пизда. Damn! Выебонный уровень среднестатистической школьницы. Ой, мы позавчера курили, ой, а вчера бухали. Какой я вообще такая ненормальная. Чувак, у нас за окном вид с тобой нам привычная Россия. Ты хотел быть необычным, как кто-то, но ты обычный, как все. Я хотел себя убить, но дробовик не нашел. Я помню, как лет 15 назад в соседнем доме чувак себе под приходом вены перерезал ножом. Я видел, как девочка с лестничной клетки прятала запястье под одеждой. И в этот момент я понял. Ебанутый район, конечно. Ты типа, блядь, хочешь или можешь умереть от наркотиков в городе, где самые дешевые наркотики в России, да? Если б я захотел, я прямо сейчас мог бы пойти где-нибудь сдохнуть в KFC. I'm dead. Инфаркт от боксмастера, понял? Лежу в слюне весь. И это не делает тебя крутым. Если бы такие, как ты, не выставляли свои желания на показ и переживали внутри все, то у сотен детей сейчас бы не было стимула слушать тех пидорасов, которые заставляют их совершать самоубийство. Но я не желаю тебе зла. Так тебе кричат нереализованности комплексы. Ты этим привлекал себе внимание, будто прощальный тур Scorpions. Я знал, что только ты. Эти сумасшедшие, такие необычные люди. У меня такими локами весь быть завален. И мне так приятно среди вас, психов, побыть нормальным. Но я уважаю тебя. Ты хороший человек. Я хочу, чтобы таких, как ты, было как можно больше. Но у меня есть дилемма, и в ней я немного растерян. Я хочу, чтобы такие, как ты, жили как можно дольше, но я хочу, чтобы такие, как ты, получали то, что хотели. Ты битник, раунд. Охуительный батл, да не шоу! I was tight. Если ты куришь вейп,
Тебе в магазин. Да, тебе в магазин вкусного пара парамак. Нитка! Тебе в нашу. То ты умрешь. Бля, братан, я, конечно, пиратов люблю. Как бы. И в прошлый раз ты твой корабль уверенно разъебал айсберг под названием «Фристайл и Уоки». Но теперь, короче, на него из морских пучин как бы выпрыгнула морская хрюшка под названием «ПМ». И, ну, на туре твой корабль, конечно, веса этого не выдержал. Братан, короче, у тебя вот реально текст хороший, с таким текстом ты мог бы его победить, мне кажется. Yeah. Опять-таки не хватило, короче, какого-то напора. Ну, конечно, вот неуверенность чувствуется, да. Это, наверное, все-таки плохая подготовочка, скорее всего. К нему надо было, братан, посерьезнее готовиться как-то. Ну, вот так вот. А вот он прям уверенный был, там, пум-пум-пум. С футболом. Ты без бумажек, я смотрю. Да, я вот, видишь, тоже уверенность прокачиваю. Ты с футболом подзаебал, конечно, там, не выдержал, пока уебался в обморок. I'm dead. Ну, короче, братан, вот... Yeah, I was pretty bored. I was pretty bored. Обалбеск! Сейчас Let's see. Как всегда, ребят. Ты красивый, серьезно. Братан, Сережка, это круто. Все, не говори больше ничего. Давай. Потерял голос только что, блядь. В общем, первый раунд. Было серьезненько, шутка про священника и девственность, нормально зашла жиза. Вот. Дальше в конце серьезно начал, опять это серьезно, такая, ну такой все. Потом твой раунд. Шуточки, охуенно смеялся. Вот. Второй раунд. Уже добавил юморка, уже начал давить, уже хорошо пошло. Потом твой второй раунд. Ты начал серьезно. Я думаю, блин, что хуя. И ты начал смешно делать. И серьезно, и смешно. Тун-дун-дун-дун. И по общему впечатлению, несмотря даже на то, что очень красивый, я отдаю тебе голос и победил. Папа Парадокс, шум ему! Okay. Было у всех у вас двоих, прям дротики пускали друг друга, но при этом PM стоял, наверное, еще и в микрофон, дротики пускал в микрофон под динамично. Yeah, PM had that rhythm, he had that flow. But the other dude was just, Мне больше PM понравился, потому что объективно у тебя супер все, да, колка было, но здесь больше было динамики, больше было таких завуалированных рифм вообще там. Он круто стелит, я вот, ну, это, наверное, фаворит мой на этом батле. Наверное. Да, да. Хотя я такой непредвзятый, никого тут не знал, но это фаворит пока еще. 3-0, PM, шум ему! That's Mortar right there. Воки Ди, четвертый голос, шум! Oh, there's one more. На мой взгляд, пока что это лучший батл на РБЛ, и сейчас, мне кажется, отдавать голос еще один за PM будет как-то несправедливо с точки зрения общей картины. То есть победил PM, в моем, ну как бы всем понятно, но я даю голос за Львока, 3-1. Львока, 3-1! That's fair. But I don't know why he did that. PM clearly won, just give him his point. Батл какой-то сумасшедший вообще. Падает в обморок, какие-то попадания, что-то, блядь, кто-то портит настроение. Я вообще ничего не понимаю. Ну, в общем, тяжелый батл, соглашусь, наверное, с тобой. Один из лучших, как минимум, если не лучший все-таки. На РБЛ с обоих сторон. Вот. Скажу, наверное, немножко по существу. У Эльгока очень сильный первый раунд, на мой взгляд. Прям очень мне хорошо зашел. И я думал, что тебе будет прям очень тяжело. Так оно и было на самом деле. На мой взгляд, батл приблизительно равный. То есть по первым раундам у вас они оба очень мощные. Что у тебя. И я вот в тот момент, ну, наверное, 55-45, я думал, что по первому раунду. Вот прям совсем там ровненько. Во втором раунде у тебя первая, у вас у обоих первые половины, по мне, как они, ну, они слабенькие по сравнению со всем остальным выступлением. И второй, то есть кусок ты начинаешь подтягивать во втором раунде, и PM, соответственно. И правильно Балбиск сказал, что ты там дотянул немножко и с юмором, и с колкостями. Там у вас у обоих были такие схемы своеобразные, вот, то есть у тебя были футбольные и так далее, у тебя были другие, там другая была схема. Но по, если бы вот Воки не отдал голос Лока, я бы проголосовал за него, потому что это 100%. Не одноколичный батл, по мне он очень-очень равный. Это один, наверное, из самых твоих сильных соперников, кого я видел против тебя. Вот. Ну, может, даже и самый, да. Вот. Поэтому у нас 4-1, победил PM. Сделаем шуму для пацанов. Это был РБЛ батл, шум дадим! Russian Battle League. Interesting reaction. That was a very interesting reaction. I hope this video is not like all... What's it called? Copyrighted. Hopefully not.
blessings to you guys, man. Blessings, 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 blessings. I'll see you guys in the next stream, okay? I will upload this on YouTube, so you guys check it out on YouTube. I love you guys, man. I think I drank too much. What? I think I like that. I think I drink too much. I think I drink too much, eh? I think I drink too much, eh? I think I drink too much. Will you roll me a blunt so I can't cool off?